Настя, мне очень запомнилась веселая девчонка с курносым носом. Фото совсем маленькой Насти Камневой ее первая учительница Татьяна Тугина бережно хранит в альбомах. Самая активная, ответственная и со внутренним стержнем. Только так о девушке говорит педагог. И громкий триумф своей ученицы в Казани сюрпризом не стал. Не удивлена. Всегда ждала от нее высоких результатов. The gold medal goes to Анастасия Камнева, Russia! Золото мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в руках Ярославны. Анастасия – победительница в номинации «Лабораторный химический анализ». Девушка обошла других участников из 8 стран и стала лучшим профессионалом мира. Было волнительно, потому что, особенно первый день, потому что мы еще не знали, на что способны наши соперники. Хотелось выложиться на максимум, показать весь свой профессионализм. Было немножко сложно сосредоточиться, руки дрожали. Мы отработали на максимум, мы ожидали, что мы будем в призах. Но то, что войдет в историю чемпионата, девушка не ожидала. Среди всех участников Анастасия набрала максимальное число баллов и стала первой россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля, основателя международного движения WorldSkills. Поддержку на всем пути к пьедесталу оказывала семья. Мама Ольга Камнева следила за каждым днем и верила, дочь придет к своей мечте. Когда мы смотрели, я видела знакомые туфельки у пьедестала, потому что они, ну, вместе мы выбирали с ней эти туфельки. Как бы она уже была готова выйти, и приглашали конкурсантов других государств. То есть я понимала, что какое-то призовое место она займет. А какое именно, узнали только в самый последний момент, когда ее пригласили и сказали, что золотая медаль у нее. Слезы, слезы радости, аплодисменты. И тут же начались звонки со всех сторон, от знакомых, даже от родителей моих учеников, которые также следили за успехами моей девочки. Анастасия является студенткой 5-го курса Ярославского технического университета химико-технологического факультета. Как рассказывает мама, об этой специальности она задумалась еще в старших классах, ну а сейчас Анастасия является одной из лучших студенток на своем курсе. Но мировой чемпионат требовал долгой подготовки. В этом активно помогал родной вуз. На кафедре разработали специальную программу. Сначала ее тестировали сами преподаватели, после – кропотливые занятия с учениками. Проблем с Настей не было вообще. Если надо было подготовить пробу определенной концентрации, определенного состава, то лучшая работа была, которая сделана, это было у Насти. Уже завтра Анастасия в составе всей сборной России возвращается в Москву, после в Ярославль. Для лучшего профессионала мира родные уже готовят большой праздник. Александра Панкратова, Сергей Мазилов. День в событиях.